будешь этой ночью весна. Скоро любовь, скоро весна. Скоро любовь, скоро весна. Скоро любовь, скоро весна. Это кадры из мюзикла «Голоса большой страны». На экраны он вышел в 2016 году в роли Лены, певицы, проигравшей в финале музыкального шоу «Нижнекамка» Алена Тойминцева. Для Алены лента стала кинодебютом, за которым последовало продолжение актерской карьеры. В феврале нынешнего года на большой экран вышла драма «Хит». В главной роли наша Алена. В этом фильме девушка тоже поет. Более того, специально для картины написала и исполнила заглавную песню. Собери все мысли, что хранят десяток чисел разных. Предложение сняться в кино получила еще одна нижнекамская певица, но уже не в музыкальном, историческом. Эльмира Калимуллина исполнила одну из главных ролей – прислужницы любимой жены хана Зейнеп в 16-серийном фильме «Золотая Орда», который сейчас идет по Первому каналу. Как рассказывает Эльмира, известие о том, что ее пригласили на кастинг, стало для нее полной неожиданностью. И тут у меня пробежали мурашки. Я не могла идентифицировать, откуда, почему. У меня нет ни в одной картотеке. Что вообще произошло? Но вот эта вот искра по мне пробежалась. И после сольного концерта мы получили на почту небольшую сценку. Я начала готовиться, я приехала в Москву. И все завертелось, закрутилось. То, что все вот так отлично завертелось у Эльмиры, очень радует ее педагога по вокалу Ольгу Саперову. К ней на уроки Эльмира начала ходить 6 лет. Но сейчас они не учитель и ученица, подруги. И то, что девушку пригласили в кино, для Ольги Михайловны неожиданностью не стало. Ведь роль как будто специально написана для нее. Роль, которую она исполняет, она ей очень близка. Потому что она там играет девушку, которая очень добрая. И вот в жизни у Эльмиры вот, это с ней очень перекликается, потому что она очень добрая. И вот как бы эта роль ей, мне кажется, очень подходит. Я очень рада за нее, потому что она человек творческий. И я рада, что она себя пробует, что не останавливается на чем-то одном. Рады за наших землячек не только близкие люди, но и все остальные жители города. Я очень горжусь и очень рад, что наши девчата попали в кино, и желаем дальнейших успехов. Пора из провинциалов тоже выходить на большой экран, так скажем. Это хорошо. Ну, я очень рада, что в Нижнекамске есть такие талантливые люди, молодцы. Очень приятно то, что из нашего города есть такие люди, которые вот так вот прославились, и чтобы было таких больше. К слову, Алена и Эльмира не единственные жители Нижнекамска, которые получили роль в кино. Нынешним летом у нас в городе шли съемки короткометражного фильма «Урюк и Курага», в эпизодических сценах которого и массовки также снялись нижнекамцы. Лента уже смонтирована. В конце весны, начале лета ее обещают показать в наших кинотеатрах. Наталья Лушникова, Марсель Джураев, новости НТР.